Наконец, я купил себе распылитель для масла. Черт, как давно я его хотел. Ну, не знаю, почему не покупал. Просто как-то руки не доходили, наверное. Давайте скорее распечатаем, потому что это офигеть какая крутецкая штука. Мягкими поступательными движениями. Колбочка у него стеклянная, а это, по-моему, все пластик. Короче, если вы никогда не видели такие штуки, объясняю. Вот здесь вот откручивается все и заливается масло. Оливковое или же обычное растительное, кому что удобно, что хотите, туда и заливайте. И вместо того, чтобы лить дохрена на сковородку, вы просто будете пшикать понемножку. И не будете переедать масло, потому что я, если честно, всегда наливаю, так наливаю. Потом приходится это все сливать. Давайте скорее перельем, посмотрим, как это работает деле. Берем маслышко, да, если кто не знал, масло надо хранить в холодильнике. Что такое горлышко маленькое, я, блин, сейчас больше вылью. Ну пипец. Ребята, отбой, я, короче, что перелил и даже капельки не пролил. Ну что, давайте пробовать. Я, конечно, думал, что нужно будет сделать один пшик, но в целом это все равно круче, чем наливаешь.